вами анализируем деньги, мы всегда помним, что деньги – это у нас склонность к богатству, такой же полярности или правильное богатство. Это очень большая разница. А деньги деньгам рознь. И это очень-очень важное. Соответственно, надо всегда сразу в голове понимать, да, вот как я только что говорила, для человека воды ян, деньги огонь, и огонь и, огонь ян. Но это большая разница, либо это солнышко, либо это свечка, да, для, для океана, кто вот живописную картину не, еще не изучал, но понимаю, что не изучали еще. Соответственно, ты с урока перед этим, который был вчерашний, да, урок. А то немножко я вам рассказала. Соответственно, это всегда надо учитывать. И когда мы с вами начинаем анализировать деньги, мы всегда в голове должны иметь определенный алгоритм. Так очень легко анализировать свои карты. Во-первых, два основных аспекта. Это карта человека и элемент денег. Мы сейчас не говорим ни о здоровье, ни об отношениях, ни о чем. Мы говорим только о карте человека и о элементе денег. Соответственно, первоначально мы с вами анализируем карту человека. Для чего? Для того, чтобы понять полезные элементы. Да, очень много путаницы с этими полезными элементами, да, и мне тоже писали там, одни говорят такие полезные, другие говорят вторые полезные, есть определенная путаница. Ну, на самом деле, если хорошенечко разобраться, по классическому анализу все довольно просто. Да, есть пограничные карты, не скажу, что все бадзи очень легкое, нет, бывают карты, с которыми просто надо подольше поработать, больше их понять. Но при этом тоже это все можно сделать. Соответственно, мы первоначально определяем полезные элементы по классическому анализу и учетом живописной картины. И потом следующим шагом мы находим символические звезды конкретно для человека. Пока мы не определим полезные элементы, мы не сможем ничего сказать про деньги этого человека. Потому что деньги в карте – это полезный элемент или не полезный? Если не полезный, мы не должны радоваться тому, что он у нас есть. Это будет говорить о том, что мы будем терять эти деньги. Или мы будем радоваться, ждать, когда придут эти деньги. Это тоже будет о потерях. Поэтому важно понять, и все бадзи строится первоначально. Неважно, что вы анализируете. Отношения, деньги, здоровье. Вам надо понять карту человека. И когда вы понимаете, что вот конкретно для вас полезные элементы. Земля, я, например, или вода, инь, именно сыпь.